Всем приветики, с вами Эри, и как называется мой канал, Луничка Игры. Я бы хотела просто предложить, чтобы вы писались на мысли Эцорода, потому что сейчас будут звучать только ее группу, и ссылка в описании будет. Если всякий случай, я подумаю и оставлю еще в комментарии. Спасибо, и приятного просмотра. Эй, Эд, я купил эту маску с одного парня, и хотел узнать, не хочешь ли ты оставить себе одну, а? Да, почему и нет? Ну, узырь мою хентайщиные узоры. Какие хентаи? Про Томасов. А, ну ладно. Погоди, Томас? Эд? Хентаи. Эд, собери нас себе, ах! Эд, тварь! И что это чучело тут забыло? Ай-ай-ай! Ну, не выгоняйте же его на улице! За все, что он сделал, его стоило бы выгонять! Он притворяется нашим другом, пытается меня убить! Захватить мир! Расрушить наш дом! И убил Джона! И он мое лицо ударил! Мэтт, всем на это похуй! Ну, да, но когда Мэтт управлял армией зомби, он тоже пытался нас убить дважды. А если учитывать тот промежуток времени, когда он был вампиром, то целых три. Да я хотел убить Торда за кусок бекона и двух девочек, которые в итоге оказались избухами. Ты вообще хотел разрушить Рождество? И еще, Мэтт изменил ход времени под себя и заставил всех его любить. И почитать. Если подумать, никто из нас не заслуживает прощения за все съеденное. У меня была армия зомби? Ой, черт. Вы вот такой? Мы хуёвые друзья, и нам лучше измениться в лучшую сторону. Или я тут всех лично нахрен убиваю? Я ему и говорю. Так, а что я ему сказал-то? Ясно, понятно. Уже пора идти домой и ложиться спать. Два собрала это вот этого. А ты в курсе, что вообще двух может быть двух? Я тебя люблю. Да-да, когда ты напиваешься, ты любишь всех и все. Даже меня с Мэттом. А теперь спи. Не, уходи. Эй, я хочу расскажу секрет, расскажу, а? Ну, давай. Если после этого ты уснешь. Стоп. Секрет? А ведь я потом смогу его шантажировать. Это секрет. О, да. Я ненавижу Торда. Так, ну все, спокойной ночи. Не-не-не, стой, у меня есть секрет получше. Стой. Стой. Ну послушай, хоть. Больше я тебе бар не отпущу. Варяй, только быстро. Ура. Короче, за старшую школу я получу влюбленную своего лучшего друга. Но он пока не знает. Чего? Ну я теперь знаю, ведь я и есть Эд. Не ори, а то Эд услышит. Ты только ему не говори. Минго. На следующий день. Доброе утро, Эд. У меня башка трещит. Сначала киношка и ужин! Чё, блять? Эд, ты сошёл с ума? Сперва киношка и ужин! Ты заел? Что сегодня творится с Эдом? Он сказал то же самое, когда мы начали встречаться. Вы что? Блин! Мэтт, беги! Что? Красиво! Вау, вау! А ты видишь прекрасно сегодня! Тупой гомунист! Флэшбэк! Сколько-то... Это точно! Хэй, ребят, у меня есть идея! Какое? Какая? Топ-топ-топ-топ-топ. Сейчас. Я... Ну как тебе? Я хочу сдохнуть. Как хорошо иметь таких друзей. Я бы такие хотел бы иметь. Хотя, постойте. Ребят, кто-нибудь обрисуйте мне, пожалуйста, макияж. Я не против посмотреть на это. Пип-пип-пип-пип-пип. Тик. Выглядишь превосходно. Эй, сладкий,
Можешь разбудить Симона, пожалуйста? О, конечно. Погоди! Доброе утро, отец! Эй, спящий красавец! Утречка, пап! Ты видел, какой я большой съел, Пунтик? Да, я видел! Хочешь сегодня на парк? Давай сегодня! Имея прекрасную семью. Свадьба, танцы, общение с другой. Ну, с другом. Но что если я проебусь, Мэтт? О, боги. И я такой встретил его, и резко я упал из сальто. И представляете, я просто сразу в школу снял трусы и сказал, что я люблю его полностью. Какой вы забавный, торт. Вы очень смешной. Хорошего шутки. Да, я знаю. За это! За Тома! Мой мужчина на свадьбе! Торт, я тебя поздравляю! Спасибо, друг мой лучший! А вы в курсе, что торт лучше не советовал пить алкоголь? Ой, не бойся. Он, наверное, справится, если бы... Если бы он, конечно, если не ударится в сальто. Так что следую за вами удачной свадьбы. Кстати, вы беременна? Да, скоро рожу ребенка. И сегодня говорят легенда, что так она все позже еще рожает ребенка. Я не был настолько пьян! Похороны Джона, ты пришел в костюме охранника за привидениями и пел сундутрника оттуда. Как думаешь, не был ты пьян? Вода, земля, огонь. А я Кемтизор. Я подчиняю людей своей воле. Шарлатан. Как же он меня бесит. Можно мы убьем его сразу? Да не сможем его убить. Он важный герой. Почти. Знаешь, ну, кексик. Хорошо, позволь мне уточнить. Ты хочешь, чтобы я в час ночи привез тебе черночный маффинов? Потому что Женни хочет отведать их прямо сейчас? Да. Ты и правда хочешь, чтобы я их принес? Пожалуйста! Хорошо. Не буду отрицать тот факт, что торт симпатичен, но я могу и собираюсь укусить его зад. Ударить его зад! Я имел в виду ударить его зад! Это была речевая ошибка, дурачок. Это идет прямо к торту, прям к нему на руку. Хватит у него еще 4 банка кола. Но Тодду не понравилось, и он кинул колу прямо в бошку Эда. Эд посмотрел на колу, торт смотрел на стену, но потом посмотрел на друга, который смотрел на колу, и решил пристрелить за колу. А торт вообще не понял, что происходит, поэтому он удрал поскорей, как может скорей. Конец. Вкуснее шоу не придумаешь. Торт. Да чем-нибудь займемся. Чем-нибудь повеселее. Только мы вдвоем. У меня уже появилась идея. Может, поиграем в Майнкрафт? Я слышал, они выпустили новое обновление. Ладно, почему бы и нет. Тогда давай поспорим. Если найду алмазы быстрее тебя, то я у тебя отца. Торт! Шутка! Я просто пошутил! Тебе с такими шуточками только на ТНТ вступать. Я чуть штаны не обделался. Прости. Доброе утро. Красавчик. Утро. Я прокатала тебе завтрак. Ням-ням-ням-ням-ням. Дерьмо. Артик. Чувак, давай быстрее, ты закореться уже нагреешь, и я улицу зажигалку уберу. У меня руки уже горят. Потерпи еще немного. Еще чуть-чуть. Еще немного. О, боже мой, кто-нибудь пристрелить этого человека. Эх, мое прекрасное лицо. Твое лицо каждый день прекрасен. Мое зеркало! Тебе он не нужен. Моё зеркало умерло! Ой, бедненький ты мой, Мэтт, иди сюда, я тебя поглаженький ты мой, бедненький, дай тебе поглажу. Как Тор заводит любовь Мэтту, понятно? Запоминайте, не повторяйте за ним, потому что вы будете как он ужасным человеком. Хотя, подождите, мы же все ужасные, это что? Выпил 3 стакана водки. Эд! Тимок. После. Что? Что мы вообще делали? Мой Том. Эй, ребят. Привет, Том. Это Мэтт, отправился на прогулку. И я уже давно жду тебя, и я купила тебе несколько платьев. Я уверен, тебе они подойдут тебе. Нет. Торт! Нет! Нет! Торт, да! Я же говорю, тебе идут. Милашка. Завались, торт, я ненавижу тебя. Не думаю, достаточно моей пары штучек бутылочек Смирнова. Надо поработать. Сьюза. Люблю тебя, Эд. Том, я тоже тебя люблю. Мой хороший друг.
Большой и жирный кусок говна. Да как ты можешь? Он же наш начальник! Что там про начальника? Ой, черт! Не смотрите! На меня эти куракли вообще не похожи! Как по мне... Ладно, помолчу лучше.